Ребята, всем привет! Приветствую вас на канале ABC Cooking. Сегодня готовим, очень вкусный десерт – чизкейк в клубнике. Такой десерт будет украшением любого праздничного стола, очень легок в приготовлении и очень вкусный. Итак, что нам понадобится? Все необходимые продукты вы видите перед собой на экране. Для этого десерта я буду использовать сухие завтраки, в состав которых входит овсяные хлопья, кукурузные хлопья и миндальная стружка. Вы можете использовать абсолютно любые, какие есть у вас в наличии, а также сухие завтраки можно заменить любым печеньем, какой у вас есть. Итак, давайте приступим. У клубнички отрежем плодоножку. И затем с помощью тонкого ножа вырежем серединку, стараясь не повредить донышко. Это также можно сделать с помощью кофейной ложечки. Делайте так, как вам более удобно. Срежем кончик. Это для того, чтобы клубничку было удобно укладывать на сервировочное блюдо. Сухой завтрак измельчаем в мелкую крошку с помощью кухонного комбайна. Готовим крем. К крем-чизу и сахарной пудре добавим ванильный экстракт. Все взбиваем миксером до однородности. Теперь осталась самая малость – нафаршировать нашу клубнику. У меня нет кондитерского шприца, поэтому я использую обыкновенный полиэтиленовый кулек, у которого я срезала кончик, и фарширую клубничку, а затем окунаю в сухую смесь. Как вы видите, совсем легко и просто, а удивить гостей получится, поверьте мне, на 100%. Ну что, наш десерт чизкейк в клубнике готов. Приятного всем аппетита! Готовьте с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на ABC Cooking. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!